Молодой человек. Папа, вы можете быть заключен. Всех пускают, потому что вас не пускают. Пропускают, уже пропускают. Гена, оператор. А почему вы нас сразу не пустили? Он передумал. Бычанов вот таки после. Не имеет права вообще, как можно? Не твердым грешит крышка. Председатель сюда. Да. Или Плохотнюк председатель сюда. Молдовы. Пока что я, если назначат его, никаких проблем. Конечно. Ребята, инкидец инстанция. Кто бы сомневался. Да. Если его присутствует, смейте собраться. Чините вместе с председателем Штекаса. Жесткий. Нас не выпускают из здания, людей не пускают в здание.
Товарищи, товарищи. Не товарищи. Мы граждане страны. Не товарищи. Вы кто? Представьте, кто вы? Олег, скажите, пусть запустят людей обратно. Почему нас держат заложников? И больше никого почему? Не пускаем. Почему? Вы кто, что вы имеете право делать? Кто вы такой? Да. Вы кто вы такой? Мы вам, народ, доверили? Кто вы такой, что вы не пускаете граждан в суд? Погодите, да, я сейчас вам объясню. Объясните, пожалуйста, официально, почему? Давайте там, я официально не знаю. Если протестующие отойдут на дистанцию, предусмотренную законом, в 25 метров от входа... Это свободный доступ? Слушайте сюда. Это общественное место? Это свободный доступ? Не хотели зайти в суд. Слушайте меня. Объясните мне, что это режимное учреждение. Они закончили протест. Еще раз. Вы мне можете, меня можете дослушать? Если все нормально отойдут на 25 метров от входа в суд, никаких проблем, будет обеспечен нормальный вход в суд. Хорошо. Нормальный, вы гарантируете. Мирный. Ну, я да, гарантирую. Зачем нам туда входить? Мы хотим зайти сюда. Подождите, так и делали. Подождите. Все не могут зайти. Почему? Потому что у нас нету достаточных помещений для того, чтобы обеспечить все это. Есть достаточно помещений. Есть близкие родственники задержанных лиц. Никаких проблем. Любой гражданин имеет право зайти в здание. Это режимное учреждение? Люди, которые были с ними в партии, люди, которые Это наши гражданские активисты. Вы должны обеспечить нигде не написано, суда, что нормальную работу суда. Какого суда нормальной работы? Мы должны... Это нормальная работа в таком режиме. Данные граждане находятся незаконно. Еще все раз. Обвинения по должны быть режиме. Сняты. Подождите, это выяснит суд. Суд не имеет права решать. Нет обвинений. Полицейские не пострадали, здание не нарушено. Это не ваша компетенция, это не моя компетенция. Лично это компетенция вам суда. Вам министр юстиции дал удостоверение, лицензию решить наши судьбы? Нет, не министр юстиции. Кто вас уполномочил? Еще раз говорю. Кто вас уполномочил? Кто вас уполномочил? Скажите, пожалуйста, решайте. Вот наши судьи. Каждый судья назначен указом президента. Какого президента? Власть, которую не легитимно. Я назначен указом президента Воронина. Суд свободен. Я назначен суд свободен. Нет, свободен. Любого гражданина. В таком положении он не свободен. И не будет свободный. Ну, конечно, вы так решали. Вы решаете. Человек так решаете. Теми своими решениями. Вы же не компетентны, чтобы решать такие вопросы. Вот, тот авторитетный. И 20 лет не попадайте никакой абсолютно. Наверху. Ну да, отрезать. The fourth most